15 декабря в Донецкой филармонии звучит великая классика. Академический симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева под управлением луганского дирижера Александра Щурова в программе «Симфонический уикенд» исполнит 8-ю симфонию Дворжика, симфоническую поэму Вльтава Сметаны, вакханалию из оперы «Самсон и Далила» Сен-Санса и «Дансон номер 2» Маркеса. Подробности в кассе и на сайте филармонии.